Студия Marvel в четверг выпустила трейлер киноленты «Мстители 2. Эра Альтрона». Премьера состоялась на неделю раньше срока из-за утечки. Несколько дней назад в сети появились ключевые кадры из фильма и сам ролик в плохом качестве. Изначально премьера была запланирована на 28 октября. Она должна была состояться на американском телеканале ABC во время показа сериала Джосса Уидона «Агенты ЩИТ», действие которого происходит во вселенной «Мстителей». События новой картины будут разворачиваться в крупных городах Америки и на других локациях. Полная команда «Мстителей» будет пытаться побороть могущественный искусственный разум «Альтрон». Он был создан гениальным ученым, чтобы защищать Землю от любых напастей. Однако главной угрозой он посчитал человечество. Помимо уже известных зрителю героев, в фильме появятся мутанты из «Людей Икс» и еще несколько новых персонажей. В России премьера картины «Мстители 2. Эра Альтрона» состоится 30 апреля 2015 года.